сотни судеб, честь был сломлен, срублен. Я видел, как уходят люди, видел, что их губит. Хоть не скажу наверняка, что знаю все, что будет. Предельно натуралистичный, отталкивающий своей правдоподобностью и грубой лексикой, клипы рэпера Негатива собирают миллионы просмотров. Кажется, их исполнителю и не нужно никого играть. Уж слишком он органичен. Неказистый типаж, явно все детство проведший в подворотнях, хулиганистый и явно двоечник. Такова сила стереотипа, но в его жизни все ровно наоборот. Рэпер Негатив, он же Владимир Афанасьев, еще в юности специально создал себе образ плохого парня, чтобы не прослыть вундеркиндом. Родился в творческой, интеллигентной семье, учился на пятерке, четверке, а школу закончил серебряной медалью. Внешность обманчива – это как раз про него. В прошлом у рэпера Негатива было все хорошо. Родители-педагоги, отличные отметки, примерное поведение. Было вот ощущение действительно такого трудного прошлого. А как оно, каким оно было на самом деле? На самом деле это история, которая очень далека, наверное, от моей семьи. И когда я родился, папа дал зарок, что вот с этого момента он не будет ни пить больше, ни курить, и сдержал свое слово. И... То есть после вашего рождения он... Да, да, он так и не курил. И, ну, я не помню, там, может, ли там лет 20 спустя он что-то мог там символическое выпить там, за компанию. Но выпившим, даже не то, что пьяным, выпившим я его никогда не видел. Родители будущего рэпера были учителями и, мало того, преподавали в той же школе, где учился их сын. А это, что называется, обязывало держать планку и, как минимум, не пропускать уроков. Там было не похулиганить, потому что сразу же все приносили в учительскую. Вот. И я не мог себе позволить там какой-то урок прогулять, либо не выучить, потому что мгновенно все становилось известно, и с меня спрашивали как бы двойным спросом. Папа, да, он художник по образованию, он был учителем рисования и черчения. Мама учитель физики и астрономии. Вот, и... Такие, то есть физик и лирик. Да. Да, причем наоборот, полярно. Но помимо родителей-педагогов и самой школы, серьезным учителем стала сама жизнь – улица. Семье часто приходилось переезжать с места на место, и не всегда в благополучные районы. Достаток краснодарских учителей был скромный, а в 90-е, когда Володя был подростком, пришлось очень туго. Мы постоянно жили по каким-то там частным квартирам, в течение там 5 лет жили там в бараке бывшей конторе сахарного завода в станице Тбилисской. Вот. И очень много было подобных историй вокруг и около, и сложно было оставаться, ну, безучастным, не... Сложно было жить рядом, да, созерцать все это и не проникнуться каким-то, да, там, сопереживанием, сожалением, не почувствовать... Насколько тяжело удалось. Горе вот это, да. Нет, я имею в виду семьи, которые искорежены алкоголизмом и пьянством либо одной, либо двумя сторонами. В среде трудных мальчишек ему легко было казаться своим, а быть своим хотелось. Давил комплекс отличника. Улицы научили, наверное. Но это когда-то было, давным-давно, там, в 15 лет. Улицы и комплекс вундеркинда, потому что я окончил школу в 15 с медалью, и я был самым таким зажатым, забитым в классе. И потом, конечно, когда я уехал из станицы и поступил в университет, вот, и жил без родителей, мне хотелось всем показать и доказать, что я как бы не забитыш какой-нибудь, а тоже там что-нибудь стою. Что я разбитной нормальный пацан. Здесь нора, здесь нора, здесь нора. Здесь на раю. Зелен на душе, зеро на телефоне. Я забыл все. Такой, видимо, типаж лица, что... Человека с судьбой? Да, то есть мне не нужно было, когда я там гулял пешком от университета до района, где я жил, мне не нужно было объяснять гопникам, что я свой. Хотя, условно говоря, ничем таким я не промышлял, но как-то они такие, о, типа, нормально. Свой идет. Плюс, да, плюс я лет 15, у меня вошло в привычку стричься на лысо машинкой, поскольку это было дешево, практично. Вот. А тогда все такие бойкие ребята стриглись на лысо. Ну и я был очень худым. То есть мне не нужно было делать вид, что я свой, я выглядел как свой.
Но идея писать тексты и начитывать рэп появилась не в угоду толпе, а сугубо из личного желания, когда впервые его услышал. Я помню, что там годом ранее до поступления абсолютно случайно я услышал одну единственную песню. Это было в зимнюю пору. Я пришел, занимался у папы как раз кружок по рисованию был. Вот. И на том же этаже занимались девчонки, ну просто вот школьницы какой-то ставили там танец для себя. Я услышал песню. Это был Кулио, песня «Gangsta's Paradise». Вот. И я помню, что я прямо замер и не мог наслушаться. И мне казалось, она чем-то вообще совершенным, до этой поры неслышанным, каким-то вот, ну я не знаю, абсолютно идеальным, супергармоничным, поражающим воображение музыкальным произведением. И они, соответственно, там репетировали снова и снова, и я не шел на занятия, потому что я стоял и слушал. И мне безумно нравилось. И вот появилось такое желание, я не знаю, откуда оно произошло, что думаю, вот я обязательно должен попробовать сделать хоть что-то подобное, потому что это что-то вообще невероятное, там, неземное, потрясающее. И вот. И вот как-то тогда, наверное, это зерно и упало, и появилось желание что-то сделать похожее. Школьные уроки на баяне, балалайки и пение в казачьем хоре не прошли даром. Уже в университете к студенту физтеха Вове Афанасьеву прочно приклеился негатив – творческий псевдоним, под которым его и знают поклонники. Негатив – это производное того, ну, когда я увлекся уже хип-хоп-музыкой, и в 97-м году в Краснодаре, мне кажется, было там условно там 100 человек на миллионный город, кто тоже слушал что-то подобное, и как-то в таком духе одевался. И поэтому первое прозвище у меня университетское было «Негр». Вот. А потом я уже пришел на экзамен, по-моему, по математическому анализу. Вот. И друг говорит: «О, я понял, ты сейчас...» Я был одет во все черное. Он говорит: «Ты сейчас негр в белом, просто негатив». И вот как-то так с той поры прижилось. Нет, сначала негр, потому что я одевался как афроамериканец. Тогда было сложно, такой, да? Да, было сложно купить даже штаны широкие. Я шил их на заказ, вот, покупал какие-то майки, там 3XL, вешал какие-то цепи для собак себе сюда и думал, что это классно. Ну, мне нравилось, в самом деле. Если в первых своих текстах и клипах он тот самый свой парень, хулиган за булдыга, прожигающий жизнь, то уже в более поздних это совсем другой негатив, раскаивающийся за свои грехи на пороге храма. Я не был достоин тогда, да и сейчас недостоин. Ведь сколько раз беспамятно впадал в отчаяние, роптал на испытания, плевал на раскаяние. Скитался дорогой злобы, дорогой зависти, кричал: «Не трогай!» Вместо того шептать, чтоб дай мне сил. Но ты упрямо вел меня к порогу храма. Когда я падал, на руки брал и тихо плакал: «Отец, здесь сын твой, пускай не лучший самый, но мне очень надо с глазу на глаз поговорить о главном». Этот клип, в отличие от тех, что со сценами насилия, распитием, спиртных напитков, не самый популярный. Такой вот парадокс. И он не самый просматриваемый. Вот почему вот так? Он очень, он, ну, потому что снимали своими силами, учились снимать тогда. Там ну, даже, клипы. Мне кажется, если бы снималось как-то на широкую ногу, угу. Я не думаю, что это было бы популярно у нас. Почему-то у нас все плохое притягивает, а так это хорошее... же всегда так. Ну, мне кажется, что грех, он ближе. Ну, то есть, добродетель, она окрашена, до нее нужно дойти, нужно сделать какое-то усилие. Грех всегда ближе, но... То же самое, мне кажется, и с песнями, и с фильмами. То есть, какой-то фильм серьезный, сложный, глубокий, это же нужно сидеть, разбираться, еще там, не дай бог, какой-нибудь открывать там словарь или статью почитать, и почему здесь вот так вот сказалось. Это, к слову, проверено и на личном опыте, когда в детстве он пытался понять трудный церковно-славянский, странную надпись на единственной в доме бумажной иконке. Я помню, как я читал, пытаясь разобрать славянские слова, но они, в принципе, были хоть для меня диковинными, но понятными. «Заповедь новую даю вам, возлюбите друг друга». Вот. И в этом что-то было, не знаю, удивительное, с одной стороны, и непостижимое. Но я так думаю, что у меня тогда просьбы-то были очень простые такие, да. Вот есть, говорят же, молитва варвара, да. То есть что-то там вот не получается тебе. Хочется там, я не знаю, там завтра изложение тебе писать надо. Пришел, Господи, помоги, и все. То есть ты считаешь себя
абсолютно как бы непогрешимым, безгрешным. Ты вообще все классно делаешь и, в принципе, справляешься сам со всем. Но вот иногда нужно, чтобы, да, там, с возражением, словно Бог помог. Понятно, что было такое очень детское, примитивное, да, там, понимание и трактовка существования Бога и процесса, ну, там, мира, создания, твоих взаимоотношений с Ним. Это было еще до крещения. Собственно, и православным христианином он стал, еще не осознавая всей серьезности шага, можно сказать, крестился за компанию. Мы с мамой поехали к ее другу, в другую станицу, Брюховецкую, просто в гости. Вот. И он говорит, я вот завтра буду дочку крестить. Вот. Можем поехать как бы на крестины. Она говорит, ой, и мой тоже хотел, по-моему. Ты не передумал? Я говорю, да нет, что я передумал, можно покреститься. Вот. И я просто вот за компанию меня покрестили. То есть я не знаю ни названия храма, в котором меня крестили, ни день. Я помню, что где-то летом это было. Вот. А, ни крестных своих не помню. То есть, разумеется, кого-то назначали крестным. Вот. Но у меня тогда уже в любом случае появился крестик. И спустя какое-то время я даже помню, что мама подарила мне крестик на цепочке. Первые вопросы появились, когда в руки попал баптистский экземпляр Евангелия. Это была середина 90-х, когда студент физтеха увлекся одновременно и естественными дисциплинами, а также попал под обаяние модного тогда поветрия. Я помню, что меня целый ряд вещей удивлял. То есть я читал какие-то, что-то я не понимал, и не у кого было спросить. Вот. А плюс было модно вот эти целый ряд поветрий тогда с экстрасенсами и прочего-прочего. И мне, в принципе, с охотой верилось во все чудеса. И, ну, то есть для меня Бог это было что-то вот, грубо говоря, что-то такое чудесное, мистическое, вот, волшебное, удивительное и прочее, но при этом все равно непонятное. Я часто слышу упреки от друзей-атеистов, мол, как ты можешь быть верующим? Ты же физтех окончил. Я говорю, для меня, наоборот, вопрос звучит совсем иначе. Как бы я мог оставаться атеистом с таким образованием? Потому что каждый предмет, на самом деле, твердит тебе о том, что Бог есть. Ну, то есть, банально, я не знаю, там, молекулярная физика, броуновское движение. То есть, абсолютный хаос, да. И ты понимаешь, что для того, чтобы из хаоса создавалось что-то, и чтобы хаосом управляли законы, должна быть воля и должно быть сознание какое-то внешнее. Потому что хаос может породить только хаос. Но это он сейчас, православный верующий со стажем, понимает. А в юности причинно-следственная связь была выстроена другим законом. В какой-то момент он и сам был близок к атеизму. Я думал, что вообще все в этом мире можно просчитать. То есть если развивать свой ум, если заниматься самообразованием, то можно вообще все, и прошлое видеть, и будущее. И мало того, выстраивать свое будущее для себя самого. Вот. И тогда, наверное, то есть она, наверное, была безотчетной, но где-то, видимо, она закралась мыслью, типа, а зачем мне тогда Бог? Я сам себе Бог. Я все могу придумать, все имеет логическую связь, все дедуктивно можно просчитать, все можно проанализировать. Но вслед за дедуктивным познанием мира, после увлечения детективными романами Эдгара По, пришел этап сомнений и декартовских философских вопросов. И я понял, что на любую ниточку потяни, ты упираешься все равно в черное облако громадное вселенского незнания. То есть никто из ныне живущих не знает ответа на этот вопрос. Вот. Я начал сомневаться тогда, соответственно, во всех ответах. Второе, что пришло ко мне, это то, что я подумал, откуда я вот знаю, поскольку начал сомневаться во всем, у меня... Ну, скажем так, это болезнь Декарта, да? Откуда я знаю, что вот то, что я вижу зеленым, в самом деле зеленое? То, что я ощущаю, оно холодным, оно холодное, и мои органы чувств меня не обманывают, и они не искажены, не искривлено все, да, это? Вот. Что вы действительно сейчас находитесь, и вообще, да, что вы да, это да, вы... Да.
Что это не грезится мне все, да. Мучительные вопросы долго не отступали. Будущий рэпер уже сам стал сомневаться в здравости своих рассуждений и даже обратился к психиатру. Но диагноз не подтвердился. Сомнения православного христианина развеял преподаватель философии. Слава Богу, у меня был замечательный преподаватель, который долгое время еще и дружили мы с ним, Владимир Геннадьевич Таин. Вот. И как-то чуть ли не после первой же пары я подошел и говорю, Владимир Геннадьевич, вот такая вот история. Говорит, так слушай, Володька, да здесь все просто. Вот у Декарта была такая история, и вот так-то, так-то, и вот он думал, тоже не мог решить задание. Она нерешаемая для человека. Для атеиста она неразрешимая. То есть в самом деле может быть так, что все нас обманывает. Вот. И он, значит, попал в окружение и лежал ночью в печи зимой, ничего не чувствовал и думал, откуда я вообще знаю, что я живу. И вот он как бы понял, что я мыслю, значит, я существую. Вот. И раз у меня есть непроходящая мысль о Боге, значит, и Бог существует. А раз Бог существует, и Бог есть любовь, он не мог меня создать таким, чтобы мои чувства меня обманывали. Так острый экзистенциальный кризис уступил место пытливым вопросам о Боге, о вере и церкви. А у меня накопилось-то, по большому счету, там, с детства самого очень много вопросов. Оказалось, что на каждый из них есть ответы, и они понятные, простые. И каждый из этих ответов, условно, очень сильно радует сердце. И чем больше задавал вопросов, слышал ответов, тем больше их хотелось задавать. В ту пору еще, я помню, были такие плохо сделанные, там, плохо снятые какие-то документальные фильмы. То какие-то там страшные про бесноватых, там, то что-то еще. То есть, скажем так, православная документалистика только становилась на ноги. Вот. Но при этом был уже тогда немолодой Осипов, вот, и был тогда еще молодой Кураев. Вот. И это что-то было на, по тем временам, это было прям откровение. Потому что книжек тогда не было, их еще пойти, ну и денег-то не было, даже если бы хотел купить. Вот, а тогда все прямо наглядно и основательно все это объяснялось. 13 лет я к другому ходил в алтарю. 13 долгих лет о них только тебя молю. Я потерплю ладаном, залью раны. Мои 13 жалоб, мои 13 шрамов. Мечтал словами пробуждать сердца, чтобы в глазах пустых когда-нибудь зажглась искра. Пускай коростит слеза или морщинки смеха. Я потерплю, мне не к спеху. Он сам на порог храма попал, как это часто бывает случайно, и опять за компанию. Позвал родной дядя. Он говорит, слушай, ну там вот в четверг, если там нет у тебя дел, вот, в четверг будет служба у отца Амвросия. Вот ходит там часовня, а внизу такой маленький храм подвальный. Можем сходить просто, ну, как бы постоишь, посмотришь там, что да как там, ну. Тем более, если не был целиком, не стоял. Я говорю, ну, в принципе, нет, да, можно сходить. Встреча с архимандритом Амвросием Диденко без преувеличения стала поворотной в жизни. Именно после этого знакомства рэпер почувствовал себя верующим. Я помню, что меня поразило, что даже внешне видно очень умного и очень глубокого человека. И понятно, что каждое слово и связка слов, да, там, которые он говорил и как он говорил, сражала меня. Вот. А во-вторых, служба, которая была, наверное, напрочь лишена какой-то, я не знаю, формальности, что ли, обыденности. То есть каждая прям молитва батюшки, она читала, с плачем была. Мне прямо верилось, что вот наяву, да, там он задернул эту шторку алтарную, да, в воротах, и что-то где-то там стоит Господь, и он действительно напрямую с ним говорит, и его об этом просит. И это все очень сильно отзывалось, да, там, в моем сердце. Отец Амвросий с новоначальным был строг, потребовал поститься целую неделю, монашески, но рэпера это не смутило. Это была, к слову, его первая исповедь, генеральная. Грехи пришлось вспомнить с детства. Столько ты выплескиваешь и выцарапываешь, да, там, из каких-то там, я не знаю, чуланов души. Для меня, наверное, самый волнительный был момент в жизни, даже там, вот это состояние перед этой службой, да, там, с исповедью и с причастием. Очень сильно волновался, конечно, и переживал, как что пройдет. Вот. И
И я помню, что когда вот вышел после службы, вот уже прошла сама литургия, и уже там подошли в конце... Кресту. Да, к кресту. Вот. И я помню, что... Я не помню, как мы дошли потом домой, о чем мы разговаривали. Я помню, что было неподдельное ощущение полета наяву. Такая была легкость, неподдельная, не выдуманная какая-то, да, там, а вот настоящая, да, там, неистовая. И столько в этом было, наверное, в душе было стремление к Богу. То есть, вот, ей, мне кажется, хотелось прям просто вот расправить крылья, да, и стремиться лететь туда наверх. Как вспоминал отец, простите, как вспоминал отец Артемий Владимиров после первой исповеди, после первой литургии, он шел как луноход один. Вот так вот, ничего не видел, все вокруг поет, живет. Да, и столько света, да, и столько песни внутри тебя. Вот. И тебе с этим хочется с кем-то делиться, и ты радуешься всему миру, и ты вот как-то, абсолютно, я не знаю, неоспоримо, неподдельно счастлив в этот момент. Смотри, у одного камень, второй держит нож под одеждой. Разноплановый, содержательный, глубокий. Про свою популярность рэпер шутит. Он широко известный в узких кругах. Но и без шуток это действительно так. У Негатива большая армия слушателей, поклонников. Главное, чтоб не фанатов. Фанаты — это плохо? Да, ну, конечно, плохо. Когда это какое-то, я не знаю, там... Нездоровое? До сумасбродства, да, увлечение. Как раз... Что, да, к слову о заповедях, да, там про создание кумира и прочее, когда он для тебя царь и бог и все на свете, и там, лишь бы прикоснуться, лишь бы там увидеть какие-то концерты, конечно, хорошего в этом мало. Все должно быть в меру. Вот, и эти люди, слава богу, есть. Помимо музыкального творчества, он еще и востребованный актер. После органичной роли в «Реальных пацанах» Владимир Афанасьев уже 10 лет успешно снимается в кино и даже пишет книги. Негатив за эти годы сильно вырос и стал серьезным артистом. Уже мне так больно, словно сломаны все кости. Я имя твое не помню и дышать не могу от злости. Обездвижен, подавлен, сломлен, даже смерть не зову в гости. И в душе моей так больно, словно сломаны все кости. Знай, в душе моей так больно, словно сломаны все кости. Я имя твое не помню, и дышать не могу от злости. Обездвижен, подавлен, сломлен, даже смерть не зову в гости. И в душе моей так больно, словно сломаны все кости. Но несмотря на успешность, артиста время от времени гложет сомнения. Когда-то на заре карьеры отец Амвросий не благословил быть рэпером, а он, получается, ослушался. Я говорю: батюшка Амвросий, да вот, типа, вот так и так, я вот, типа, занимаюсь вот творчеством. Вот, типа, это я пытаюсь пародировать себя того времени. Пишу, значит, песни. Он говорит: ну, песни это хорошо, что, какой жанр? Я говорю: да вот этот рэп, там вот хип-хоп, как. Он говорит: ну, что ты такое слышал, да. Я говорю: ну, вот как этот, как вот негры там в Америке, и мы вот тоже хотим. Я говорю: просто как вот к этому относитесь? Надо, но не надо? Он говорит: слушай, ну я не слушаю, наверное, рок, рэп плюс-минус то же самое, наверное, не надо она тебе. Вот. И я помню, я прям ходил, переживал, думаю, ну как, я же хотел вот, ну, с детства, а тут получается, что нельзя. Если бы отец Амвросий услышал песни своего духовного чада, возможно, благословил бы на творчество, но теперь этого уже не узнать. Но лицо батюшки очень часто стоит перед глазами, и время от времени рэпер задается вопросом, а тем ли он занимается. Ощущение того, что вот, что бы сказал Амвросий, мне кажется, она все равно... незримо присутствую, да, и все равно, как написал бы Максим Горький, красной нитью тянется через творчество. И я понимаю, что это очень важно. В стихах нет связи, весь в грехах, как в грязи. Дела чернее тучи, помыслы в них увязли. Когда наступит суд, прошу, не амбиции и не поступки, а вера моя, пускай мне вменится.
прошу тебя,